Научно-практическая конференция «Мурашковские чтения» прошла в конце мая в Москве. Она была посвящена памяти российского ученого, педагога, клинициста, врача-терапевта и кардиолога профессора Владислава Владимировича Мурашко и носила дополнительное название «Коморбидный пациент с дислипидемией и мультифокальным атеросклерозом в практике терапевта». Достижения персонализированной медицины сегодня – результаты практического здравоохранения завтра. Персонализированная медицина была одним из ключевых понятий в состоявшихся на конференции дискуссии. Мы много об этом говорим, но мне кажется, уже пора от таких слов переходить к построению организационной структуры персонализированной медицины. Точно знать, что мы хотим, какие мы задачи ставим, как мы ее в практическом плане будем решать, как персонализированная медицина дойдет до каждого конкретного больного у нас в стране, что это надо делать, отделение в каких-то поликлиниках, или надо делать специальные лаборатории, и как их оснащать, какие будут штаты, какие будут финансирования. Вот это все вопросы ждут ответа. Я надеюсь, что на основании этой конференции мы сделаем следующий шаг. Мурашковские чтения собрали большую аудиторию врачей. Такие встречи врачей разных специальностей, посвященные каким-то глобальным проблемам, в частности, как здесь, и кардиология, и гастроэнтерология и так далее, очень важны, поскольку они способствуют диалогу между специалистами, чего нам очень не хватает в реальной жизни, и обсуждению самых разных проблем, поскольку междисциплинарность, о которой все говорят, но никто толком не знает, что это такое, она вот реальная как раз происходит здесь. Мы обсуждаем с разных сторон одни проблемы, обсуждаем, как этих пациентов обследовать, как этих пациентов лечить, причем лечить именно в традициях нашей традиционной русской медицины, когда во главе угла стоит пациент, а не современный метод диагностики, самые лучшие препараты, именно взаимодействие пациента и врача, что является краеугольным камнем медицины и что всегда будет так и оставаться. Конференция была аккредитована в системе непрерывного медицинского образования, и по ее завершении участникам были начислены баллы НМО.